Так, всем добрый день. Сегодня у нас пришла из Поднебесной посылка с медиаплеером Zido Z10, который поддерживает 4K HDR 10 бит. Так, пришла вот в такой упаковке. Процессор Realtek 1296, 64-битный, 4 потока. Так, оперативная память 2 гигабайта. Дальше флеш-память 16 гигабайт. Дальше двойной диапазон Wi-Fi, как 2.4, так и 5 гигагерц. Так, ну HDMI вход. Так, поддерживает 4К, дальше 3D, HDR, H265, 10 бит, киношное изображение. Ну и еще он использоваться может как NAS, то есть Simba протокол NFS. Так, основные характеристики приведены на другой стороне. Так, модель Z10. LED-дисплей есть, то есть выполнен из авиационного алюминия полностью. Дальше здесь Android 7.1 и Open система местная. Как говорил, что процессор Realtek RTD 1296, Cortex A53 Quad-Core. Дальше GPU графический ARM T820 MP3 3 Core. Так, ну и память 2 гигабайта. Внутренняя память 16 гигабайт. То есть Wi-Fi протокол с двумя частотами. Дальше интернет поддерживает до 1 гигабит в секунду. То есть 10, 100, 1000. Дальше HDMI выход 2.0a. Поддерживает 4К 60 FPS HDR 10. Дальше HDMI IN поддерживает HDMI 2.0. Так, видео декодер HDR 10 бит, HAVEC H265 до 4К 60 FPS. Дальше VPE до 4К 60 FPS и H264 до 4К 24 FPS. То есть аудио декодер поддерживает многоканальный звук, в том числе и стерео преобразование, то есть DTS:X и Dolby Atmos. Дальше источник питания переменного тока, постоянный ток 12 вольт, то есть внешний есть разъем сериала ТА 3.0, USB 2, USB 3.0 и 2 USB 2.0. Дальше один ear ресивер, один компонент видео и аудио порт. Дальше один SPDIF для 2.5.1 канального и 1.3.5 RS-232. Так, два выхода на антенну. Так, ну и внутренний SATA 3.0. Так, ну и внутри, как написано, содержится один медиаплеер, один пульт управления, дальше источник питания, адаптер питания, ну и инструкция по эксплуатации. Так, если что, может потом остановить и посмотреть более подробно. Так, открываем.
Так, внутри вот инструкция. К сожалению, на китайском и английском языке, но тут это быстрый старт. Дальше гарантийный талон. Проверка качества. Внутри находится пульт. То есть он с подсветкой. Ну и один единственная отрицательная сторона, то что здесь требуется 3 пальчиковых батарейки типа 2А из-за подсветки. Так, дальше HDMI кабель внутри присутствует. Дальше блок питания. Что там? 240 вольт, 50-60 герц, 1,6 ампер максимум. Ну и 12 вольт, 3 ампера дает на непосредственно плеер. Это блок питания. Дальше две антенны для Wi-Fi. Так, ну и кабель для подключения к сети. Есть европейская вилка, американская вилка. Так, ну и другие варианты можно выбрать при желании. Так, здесь все. Так, ну и внутри непосредственно находится сам плеер. Так, здесь отрифленная поверхность из алюминия. Дальше. Лицевая часть, 2 USB входа, 4K, 3D, 10 бит, HDR, HDMI на лицевой стороне. На боковой стороне справа, то есть для подключения жестких дисков сериала TA 3.0. Дальше 3,5 RCA 232 и 2 USB для подключения 3.0. Так, на задней поверхности у нас две антенки для подключения. Дальше Ethernet, HDMI выход, вход, оптический выход. Дальше видео и аудио, левое, правое. Дальше коаксиальный выход для подключения внешнего питания. Ну и включение-выключение данного плеера. Так, с этой стороны у нас находится отсек под жесткий диск. Стандартный 3,5 дюйма. Стандартный компьютерный. Не ноутбучный. Так, ну и вернулись обратно на лицевую часть. Так, снизу у нас 4 ножки с отверстиями для вентиляции. Ну и с краткими характеристиками, изготовлены в Китае. Так, давайте рассмотрим пультик более подробно.
То есть глянцевая поверхность, но она, скорее всего, будет мараться отпечатками пальцев. Так, ну и внутри должно быть. Опа! А тут оказывается не 3, а 2. Причем тип батареек 3А. То есть это мизинчиковые батарейки. Так, сейчас мы их вскроем. Так, оказывается, тут у нас 2 мизинческие батарейки. То есть есть клавиши управления телевизором. То есть есть управление местными информацией. Так. То есть вот он включается. То есть при нажатии какой-либо клавиши и автоматически выключается. То есть вот такой пульт управления. Так, давайте проверим, как заходит внутрь жесткий диск на 3,5 дюйма. То есть прекрасно заходит все. То есть, если необходимо вытащить, то он вытаскивается без проблем. То есть, механизм позволяет. Как установить, так и вытащить его. Так, ну и давайте сейчас его проверим на работоспособность, как он выполняет свои функции. То есть заодно посмотрим режим действия. Итак, переходим уже на другую картинку. Так, давайте рассмотрим настройки главного меню Bizido Z10. Ну и в начале в настройки. То есть вот здесь переведены не все менюшки. То есть первое меню настройки. Здесь можно задать определенный фреймрейт.
задержку. Дальше метки при выключении вашего фильма и воспроизведения с этой же минуты, как вы выключили. Дальше язык по умолчанию, который у вас будет в виде трака, либо в виде субтитров, ну и так далее. Дальше выбор типа плеера. Дальше 3D непосредственно переводит в 2D из 2D. Дальше функциональные клавиши. Дальше субтитры, которые по умолчанию. Дальше тип Blu-ray региона, в данном случае стоит аудио офсет. Так, таблица. Ну и в данном случае задержка. Так, переходим к следующему меню. Это разрешение, то есть автоматически, либо можно выбрать из вариантов. Так. Дальше глубина цвета, то есть от 8 до 12 бит. Дальше профиль, ну и HDMI. Диапазон. Дальше масштабирование экрана, настройка изображения различного типа. Дальше перевод HDR мода в HDR, то есть тип. Дальше параметры перехода HDR, то есть либо перевод в различный режим, либо автоматический. Так, различные обои, которые можно установить. Дальше настройки звука, то есть вывод многоканального звука, двухканального, ну либо автоматически. Это через HDMI вход. Дальше с PDF AIF тоже вывод различного звука. Дальше аудиомикширование. Здесь можно принудительно, то есть высокий звук, переводить Dolby Digital, либо Dolby Digital Plus. Дальше контроль аудио, USB аудио, ну и SSD аудио. Так, следующая настройка — это подключение различные, то есть Wi-Fi, интернет, Bluetooth, местный хост, ну и DNLA. Так, ну и другие настройки — это язык по умолчанию, дальше яркость дисплея, дальше сон HDD диска, который вставлен непосредственно в Zedo Z10. Дальше управление вентилятором, обновление системы, то есть восстановление, ну и обустройстве. То есть на данный момент версия прошивки 2.1.3, по умолчанию 1.7 стояла, ну и версия Android 7.1.1. Так, это у нас вот получается настройки. Так, давайте рассмотрим приложение. То есть здесь стандартные приложения лежали. Так, Play Market, то есть Gap Installator, это нужно взять с форума Zedo, ну и установить его. В результате получается Google Play Market при помощи вот этого АПК-установщика. Ну, в данном
момент только вот данный вариант. Так, ну и установлен Aptoid TV, где загружен непосредственно YouTube. То есть, ну и различные настройки, то есть настройки непосредственно Android. Быстрые настройки, которые только что видели, клавиши быстрые. Дальше музыкальный плеер 3.0, а в коробке стоял 2.0, хотя писали, что должно быть 3.0, но при прошивке 1.7, то есть был 2.0. Так, ну и вот такое вот программное обеспечение. В виде приложений. Так, ну давайте откроем YouTube для Android TV, то есть в Aptitude нужно установить. Так, ну и давайте воспроизведем какое-нибудь 4К видео. То есть без проблем воспроизводит. Можем наблюдать. То есть без любых тормозов и тому подобное. Так, давайте посмотрим, что здесь находится, какое оборудование непосредственно в приставке Zedo Z10. То есть для этого воспользуемся программкой KPU-Z. Так, ну и как видим, стоит 4-ядерный процессор. То есть частота от 300 МГц до 1400. Так, дальше. Оборудование, то есть Realtek произведено, то есть Kylin, то есть разрешение на данный момент экрана 1920 на 1080 пикселей. Так, ну и из 2 гигабайт памяти реально 1619. Ну и в настоящее время используется 3-4%. Так, ну и 16 гигабайт флеш памяти, то есть здесь используется 10,42 гигабайта, ну и 9.3.4 доступно. Дальше система показана, то есть Android 7.1.1. Так, ну батарейка, ну и температура 49,6 где-то градусов. Так, ну а сенсоров нет. Так, вот такое вот оборудование установлено непосредственно в этой мультимедийной приставке. Так, ну и давайте что-нибудь воспроизведем непосредственно в медиа-центре, который установлен по умолчанию. Здесь есть возможность выбора различных вариантов, то есть непосредственно с жестких дисков. Один стоит внутри. Либо использовать сетевое подключение различного типа. Так, ну и можно воспользоваться стандартными функциями. Там удалить, копировать и так далее. Так. Зайдем в другой. Так, воспроизводит меню.
То есть можно выбрать менюшки Blu-ray. То есть различные варианты. Так, ну и давайте воспроизводит. Д фильмы. Ну и воспроизводим 4К фильма. То есть можно посмотреть. Ну и воспроизводит все современные форматы. Ничего не тормозит. Все нормально движется. Без особых проблем. Также нормально работает Play Market. Можно установить любые необходимые программы для этого.
Так, ну и вот такой вот плеер и меню непосредственно. У плеера Zido Z10. Так, он чем-то похож на Zido Z9. Единственное отличие, то есть нету там жесткого диска установки. Ну а начинка вся та же самая. То есть здесь побольше будет функций, функциональных возможностей для применения. Так, всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующих видео. И до свидания.